Если бы я родилась в Венеции, что бы я умела делать? Где бы я училась? Где бы я работала? Как бы я развлекалась, любила и как бы встретила свою старость? Сегодня мы зайдем туда, куда не заходит ни один турист. Это жизнь других. Если бы я родилась в Венеции, моими родителями были бы коренные венецианцы. Например, Джорджио Галаско и Даниэла Скар, которые вот уже 25 лет вручную расписывают карнавальные маски. И наверняка бы унаследовала мастерскую. Или родилась бы в семье потомственной графини Илианы Капини ди Сорио. Жила бы в настоящем палаццо в окружении гобеленов и позолоты. Или многодетной и шумной семье чемпионки по гребле Глории Ральяни. Хотя тут и без меня много людей. В любом случае, если бы я родилась в Венеции, начало моего пути было бы таким. Когда венецианец должен появиться на свет, за его мамой приезжает вот такая скорая помощь. И вперед в роддом! Правда, гонять, как у нас на дорогах, тут скорым не разрешено. Мы можем развивать максимальную скорость лишь 39 км в час. Если быстрее, то будут большие волны, можно навредить домам и могут перевернуться более мелкие лодки, проходящие рядом. Вот это больница! Это вам не унылое учреждение, каким мы привыкли его себе представлять, а настоящий дворец. Кажется, что и рожать тут должны верхом на мраморных колоннах, но нет. Вот где венецианцы появляются на свет. Вот эта просторная комната и есть родильное отделение, родильный зал в родильном отделении. И первое, что бросается в глаза – это весьма странные приспособления для родов. Когда я рожала, я такого у нас не видела. Сейчас не знаю, есть ли у нас такое вот... То есть я даже не могу понять, как это все происходит, честно говоря. То есть больше это похоже на какую-то качелю. Они раскачиваются. Тут вот есть такие подставки для ног. Но здесь еще есть какая-то вещь. Так, подожди, что тут происходит? Оно опускается. Ага, поднимается. Опускается и раскачивается. Дальше больше. Я такое вижу, лично я, первый раз, когда я рожала, последний раз это было 12 лет назад, такого, например, не было. Представляете, хочешь рожать не на кровати, а в воде. Ты не хочешь, короче, рожать в воде с канатом, ты можешь родить... Вот на таких прекрасных синих шарах. Так садишься на них, вот тут ручечки есть такие. Ну так, начинаешь прыгать, держаться. Я не знаю, что они тут начинают делать. И говорят, вот именно в таком положении женщина может рожать. Чих, 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 чих. Вот, ну, наверное, так вот держаться. Ой. Ну, так, наверное, никто не рожает, конечно. Сколько же стоят роды в таком роддоме? Ни копейки. Все совершенно бесплатно. Если у вас есть венецианская прописка, то для вас все бесплатно. А вот государство платит больнице за каждую роженицу 2500 евро. Вот это буйство красок, оно настолько как-то успокаивает и даже поднимает настроение, что даже хочется рожать и рожать, рожать и рожать. Хотя Венеции рожают, кстати, не так часто. В год в Венеции рождается не больше 400 детей. То есть в среднем по одному ребенку в день. Конечно, очень мало, что тут говорить. Коренных венецианцев с каждым годом становится все меньше и меньше. Если бы я родилась в Венеции, то в школу пошла бы, как и все местные дети, с 6 лет. Школа Венеции, как и больница, снова-таки настоящий дворец. Мраморные полы, картины, антикварные рояли, фрески на потолках, хрустальные люстры. И заметьте, никто еще ничего не разрисовал фломастером.
Помимо привычных уроков и учителей, в венецианских школах есть и настоящие монахини. Они ведут уроки католической религии. И сегодня поговорим о Рождестве. Над доской обязательно висит распятие. На партах лежат учебники про Бога с веселыми картинками. Недаром итальянцы – самая религиозная нация в Европе. Тут мы учим детей молитвам, основным заповедям. Читаем Новый Завет, прививаем нравственные ценности, учим любви и терпимости. Вообще в Венеции школьное образование совсем не похоже на наше. Тут дети учатся 13 лет и 3 раза меняют школу. Сначала идет начальная, потом средняя, из 14 лет аж до 19 дети учатся в старшей. И старшие школы обязательно профильные. Но уже в старших школах дети выбирают себе специализацию, идут учиться туда, кем они уже хотят стать в будущем. И, конечно же, самые популярные школы – это школы будущих гондольеров, водных такси и лодочников. Ну, в общем, все, что связано с водой. Идем посмотрим. Вот они, будущие гондольеры. Конечно же, прежде всего, они должны быть физически выносливы. Поэтому у них много уроков по физподготовке. Но есть и обычные предметы – математика, история. На первый взгляд, ничего особенного. Коридоры, школьники, обыкновенные классы. Ну, в коридорах навалены весла и спасательные жилеты. Мне повезло. Я учусь в престижной школе, она частная, поэтому платная. Моим родителям это стоит 4000 евро в год. Будущие гондольеры изучают, конечно же, строение гондолы. Гондола асимметрична. Ее правый бок уже левого. И за счет этого лодка легко... И очень много времени уделяет практике. Так, левее. Левее, Пабло. Пабло, я все вижу. Хватит грести левой ногой. Все, потихоньку, потихоньку. Управлять гондолой в узких каналах очень сложно. Она же такая длинная, и как только эти дети вписываются в повороты. Еще и следить нужно, чтобы не снести себе голову об низкие мосты. Но самое удивительное, как с веслом справляются эти хрупкие девочки. А может, это все не так уж и сложно на самом деле? В общем, короче, ребята, спортзал, я понимаю, что никто из них не ходит, потому что вот так... Ага, давай, лучше держите, да. Ага. Короче, оно не гребется. Я очень скузи, конечно. Не надо но смеяться, дети. Мне уже жарко, и... Глория, подожди, дай передохнуть. Мне нормально? Не, ну как-то так стыдно. Ну ладно, давайте, девочки. Как они это делают? Я просто поднять весло не могу, не говоря уже о том, чтобы провернуть его в воде. Эти дети просто звери. Посмотри, эта девочка одной рукой это делает. Малышка, господи, стой. О, господи. Думаю, ребята, давайте андиамо аказа. Баста. Все, ребята, все, поехали. Фу. Чем еще отличается жизнь других Венеции, так это то, что тут аж 70% венецианских школьников не поступают в вузы после школы, а сразу идут работать. Многие вообще работают уже с 14 лет. Но если бы я родилась в Венеции, то я бы поступила и в самый престижный универ – Ка' Фоскари. Тут
Тут проходит лекция по интернет-бизнесу. Не понимаю, что такое, не посмотрим. Знал бы венецианский дож Франческо Фоскари, который построил этот палаццо, что спустя 500 лет молодежь со всего мира будет учить тут, как зарабатывать деньги в интернете на примере каких-то макарон. Я тогда не была в университете. Я еще, наверное, мешаю соседкам, но все, что сейчас они будут изучать на этой лекции, выводят на экран из своего компьютера. Ну, такие современные технологии. Кстати, в Венеции можно учиться хоть 10 лет. Никто гнать в шею не будет. Студент сам определяет, когда ему что учить и когда что сдавать. Не обязательно посещать прямо все лекции. Это очень удобно. Появляется много свободного времени. Мы его тратим на подработку или путешествия. Я за время учебы собираюсь объехать всю Европу. Обучение здесь стоит 1500 евро в год. Деньги дают родители. Но я подрабатываю программистом. Я вам сейчас покажу, что такое настоящее венецианское студенческое общежитие. Идем. Когда заходишь, вот такой небольшой холл. Обычная такая себе общага, без фресок и роялей. Тут студенты что-то сидят, болтают. Удивительно то, что тут не сидит никакая бабушка-вахтерша и не говорит, а куда вы? Кухня как кухня, без тараканов. И удивительно, холодильники забиты продуктами. И никто чужое не берет. Да, я советский человек, у меня было советское детство. Как это возможно, чтобы не брать чужую еду, когда ты открываешь холодильник, она стоит, и ты, понимаешь, берешь свою, а чужую не берешь. Вечерами после занятий все собираются тут и готовят. What for lunch? What this? Рагу. Рагу? Рагу болоньез. А, рагу болоньез. One moment, please. Секундочку, вот это Айс. Ага, и это пита. Это студенческое рагу болоньеза, замороженное. Ну, что вы хотите, наши студенты тоже, не извините, не смузи едят. Прего. Прего, так он будет стоять, долбить его до тех пор, пока он не растает. Пожалуйста, мой котик, кушай. Господи, ничего, вырастешь, и ты поешь, понимаешь? Я в молодости тоже питалась непонятно чем. Так, что тут еще есть? Комнаты для занятий. Студенты могут оставлять свои компьютеры, свои планшеты и уходить. И, понимаете, никто его не украдет. Ну как это возможно? Личные комнаты, в которых живут, как правило, по два человека. Buonasera. Прачечная. Стоит проживание в таком общежитии 180 евро в месяц. Для Венеции это считается совсем недорого. И вот так вот идешь вдоль этих длинных коридоров. Тут туалетная бумага, химия для мытья посуды, кухни, комнаты, библиотека, прачечная, комната для учения. А тут вот еще одна дверь. Заходишь. Понимаете? А тут просто-напросто студенческий храм. Прямо в общежитии. Представляете? Это, конечно, удивительно, что в студенческом общежитии находится храм. Вообще тут действуют строгие правила. Парням и девушкам, например, не разрешается спать в одной комнате. У вас девочки живут в общежитии отдельно от мальчиков. Но ведь вы же взрослые люди, вы как-то должны как-то встречаться, как-то отношения. Я даже знаю, что муж и жена живут тоже в разных комнатах. И я понимаю, что ночевать друг у друга тоже нельзя. Как вы решаете вот проблему с сексом, которая... Нет, вы что, какой секс? Нет, если поймают, выпрут из общаги. Так а что, ни у кого тут секса нету, что ли, у вас вообще? Ну, есть, только справляемся как можем, по-быстрому. Так как вот вы веселитесь, как вот вы развлекаетесь, что вы делаете? Мы устраиваем вечеринки, тусуемся, пока никто не видит. Иногда что-нибудь выпиваем, вино, пиво. А еще у местных студентов есть смешная традиция. Перед выпуском они наряжаются в дурацкие костюмы и ходят по улицам, веселят людей.
Таким образом, они прощаются с веселым, беззаботным студенчеством и начинают уже совсем взрослую жизнь. Самые популярные профессии Венеции – это реставраторы домов, водные таксисты, сантехники, полицейские, владельцы своего маленького бизнеса типа ресторана, рыбаки, ну и, конечно же, гондольеры. Туристы считают гондольеров настоящими героями Венеции. Красавцы в полосатых рубашках, мужественные и сексапильные, и зарабатывают больше всех в городе. Говорят, гондольер за год может струсить с туристов до 130 тысяч евро. Хотя местные относятся к гондольерам не с таким трепетом, как туристы. В Венеции есть два типа наглых жителей – гондольеры и голуби на площади Сан-Марко. И пока туристы восторженно фотографируют гондольеров, настоящими героями Венеции считаются вовсе не они, а вот эти ребята – пожарные. Бонжорно. Вот это диспетчерская, куда приходят все вызовы. Это вот все происходит прямо здесь. Каким образом вот город на воде может гореть? Город на воде горит, как и любой другой. В Венеции запрещен открытый огонь, держать в домах камины. Но все равно регулярно случаются пожары. Что-то замкнуло, вспыхнуло, забыли выключить утюг. Водой из моря тушить нельзя, правильно? То есть ее надо пресная вода. Соленая вода разрушает здания. А здесь в Венеции архитектура – самое большое ее богатство. Так что только пресная. Просто вот интересно, вообще много получают пожарные вот в вашей стране? Потому что это такая сумасшедшая работа. В среднем 2500 евро. Внимание, внимание! Всем приготовиться! Внимание! Это почетная работа. Беречь самый красивый город на Земле. Ну, а если бы я родилась в Венеции, то, скорее всего, выбрала бы себе тихую, но красивую работу. Разрисовывать знаменитые венецианские карнавальные маски. Все маски разные, каждый рисунок индивидуальный. Не найдешь двух одинаковых. Джорджио Галаско уже 25 лет вместе с женой держит эту мастерскую и надеется передать ее дальше по наследству. А если вдруг, не знаю, ваши внуки не захотят этим заниматься, получается, ваш бизнес умрет? Да, но я надеюсь прожить долго. В месяц Джорджио на таком бизнесе зарабатывает около 7-8 тысяч евро. Казалось бы, нормально, можно жить. Я знаю, что вообще вот в Венеции очень большие налоги люди платят. Да, 60% за работу нам приходится отдавать государству. Такие у нас налоги. Ну это же очень много, слушай. Ну это же вас это возмущает вообще? У нас намного меньше платятся налоги. Ну не 60%, это грабеж среди бела дня. То есть чистыми после уплаты всех налогов и аренды помещения у такого вот венецианского малого бизнеса остается на руках всего 2500-3. Конечно, очень жалко, но у нас просто нет другого выхода. Хочешь иметь свой бизнес, плати налоги. Тут не скроешься. Можно было бы заняться чем-то другим, более прибыльным, но я хочу делать маски. Эта работа делает меня счастливым. Работа долгая, кропотливая, требующая много усидчивости и труда, но посмотрите, какой результат. Понимаете? Мне кажется, эта работа очень подходит венецианцам, которые ведут такой размеренный образ жизни. Тысячи туристов ежедневно фотографируют фасады венецианских домов. Но вот что скрывается за этими ставнями? Если бы я жила в Венеции, то каким бы был мой дом? Дома Венеции очень красивые, просто произведение искусств. Можно идти и любоваться ими целый день. Но мне всегда хотелось посмотреть, что же там внутри. Идем посмотрим. Все.
всего лишь третий этаж, а устала, как будто поднялась уже на девятый, потому что очень длинные, высокие потолки, и пролеты из-за этого получаются просто огромные. Но вообще квартира Венеции, чем выше, тем дороже. Потому что, когда в Венеции наступает сезон осадков, так называемая высокая вода, город буквально затапливает. Но верхние этажи всегда остаются сухими. Туда вода не добирается. Глория, привет, дорогая, заходи. Заходи, будь как дома. О, грация, боже, какой огромный дом. Вот типичная венецианская квартира. Живет тут большая и шумная семья Глории Рольяни, бывшей чемпионки и инструктора по гребле в школе гондольеров. Бонасере. Это моя сестра, моя племянница и мои маленькие племяшки. О, бонасере. О, боже, и дети, и внуки, и сестры, и все здесь. Это у нас родители живут отдельно, их взрослые дети отдельно, а в Венеции часто один дом делят сразу несколько поколений семьи. С такими ценами на недвижимость в Венеции особенно всем квартир не накупишь. В среднем квартира в Венеции стоит 500 000 евро. Это очень дорого. Поэтому венецианцы не покупают квартиры, они получают их наследство. Вот что такое дом истинного венецианца. Много картин, потолки здесь 6,5 метров. Конечно же, люстры из муранского стекла. И это нормальное венецианское жилье. Еще одна особенность венецианских домов заключается в том, что полы у них мраморные, поэтому люди, когда сюда приходят, они не переобуваются в домашние тапочки, а также ходят все в обуви, в которые ходят на улицу. А ну-ка заглянем в спальню. Они не делают никаких евроремонт, тут ничего нету. Вот как был потолок вот с такими вот деревянными балками, так его и оставляют, так его и реставрируют. И мебель венецианцы практически не покупают новую, они реставрируют старую. Вот это шкаф 19 века, который был у дедушки в спальне, который был у папы в спальне, который теперь у дочки в спальне. Никакого хай-тека, никакого евроремонта. Тут слова, тут понятия такого нету, понимаете? У нас бы такую потрепанную и несовременную мебель назвали бы старьем из бабушкиного сундучка, что так и есть по сути. Но тут в Венеции это считается признаком хорошего вкуса. В Венеции нету штор, есть тюль. А вместо штор у них ставни. И если вечером вы будете идти, практически всегда ставни на ночь закрываются. Они таким образом убирают шум, сразу стало тихо, не портят ни окна от дождя, от ветра. У них окна чистые, видите? То есть они думают об этом. А утром они открывают в новый венецианский день. Так, что у нас тут на кухне? Чао, скуза. Тут отдыхает на кухне дедушка, 94 года, и пьет себе прекрасное вино. Мусор в Венеции, как и во всей Италии, сортируется. Если вдруг вы перепутаете и не будете сортировать, вам будет штраф 500 евро. Кому это надо? Поэтому итальянцы очень четко все сортируют и правильно делают, как я считаю. За коммунальные услуги мы платим в месяц 300 евро. Но это благодаря сильной экономии. Например, отопление даже зимой мы почти не включаем. Ну, самое приятное на самом деле в венецианских домах – это не их антикварная мебель, а то, что за столом так вот вечером может собираться вся семья с детьми, с сестрами, с дядями, с братьями. Это же прекрасно. Ура! А еще мне всегда хотелось узнать и посмотреть, как живут настоящие венецианские аристократы. Идем. Вот это дом Элианы Капини ди Сорио, настоящей венецианской графини. Сеньор Элиана, бонжорно. Добрый день. Бенни, прекрасно. Боже мой, я, честно говоря, конечно, я была в красивых домах, но это же даже не дом, это же целый палац. Я никогда такого не видела. Посмотрите на эти приемные покои. По-другому я просто назвать не могу это помещение.
и на всю стену, куда хватает глаз, Вира. Все они принадлежали предкам графини, ее прабабкам и бабкам. Это мой любимый веер. О, даже с часиками! Ничего, первый раз в жизни вижу веер с часами. Сама Элиана тоже не утратила навыка обмахиваться веером. Видимо, это у них уже в их голубой крови. О, какая красота! О, да. Можно я попробую? Ага. А я уж думала, как вентилятор. О, слушай. А потом так говоришь: нет, я с вами не согласна. Или так: боже мой, вот это да. А вот посмотри, веер-маска. А, это для карнавала венецианского. Супер! Раньше, представляете, на балах, когда дама флиртовала с мужчиной, она вот так вот открывала веер и хихихаха, а когда она резко его складывала, вот так вот чик, это означало, что мой муж уже здесь, и никаких флиртов. Вообще, конечно, не дом, а музей. Вот это гостиная. Здесь, за мраморным столом, я принимаю гостей за ужином. Кто играет на этом фортепиано? Я играю. Это вообще моя гордость. Смотри, смотри, какого года. Вена, 1854 год. А вот, вот, оцени. Это же шарманка! Нет, деточка, это называется музыкальная шкатулка. Я такое видела только в кино. Я вообще в жизни такого не видела. А вы когда были маленькие, у вас вот она играла тоже? Или да, нет? Да. А вот этому, я даже не знаю, как это сказать, произведению искусств 300 лет. Вы же понимаете, что если бы вы его продали, вы бы получили много-много денег, могли бы, я не знаю, поехать отдыхать в своей жизни. Вы никогда не думали продать его? Нет, нет, что вы, это история моей семьи. Я просто не имею права раздавать то, что собиралось не одним поколением. Ну, то есть люди мыслят другими категориями. Современные вещи есть, вы покупаете что-то? Холодильник. Потомственная графиня работает в музее, а живет на зарплату и пенсию. У меня работает одна гувернантка. Она и готовит, и убирает. Плачу ей 800 евро в месяц. Живем мы скромно, и самое частое блюдо на нашем столе – это обычные спагетти с помидорами. Так что все богатство венецианских аристократов – это прежде всего история их семьи. Вот в этих вещах и мебели. В Италии, если мужчина решает жениться, то навсегда. Потому что тут такие законы, что если вдруг развод, женщина забирает почти все деньги бывшего мужа. Так что разводиться им тут невыгодно. А значит, к выбору пассии подходит очень ответственно и могут десятилетиями встречаться с женщиной, прежде чем решиться сделать ей предложение. Поэтому неудивительно, что в венецианских семьях сыновья живут с родителями в среднем аж до 35 лет. Например, как в семье Даниэлы Скарпы. Даниэла, скажи, пожалуйста, вот в наших семьях, в наших семьях дети, вырастая, хотят уехать из родительского дома и начать самостоятельно жить. А у вас, я смотрю, категорически наоборот. Почему? Это очень дорого жить отдельно. Аренда квартир в Венеции от 500 до 2000 евро. Так что пока у них нет своих семей, это экономически невыгодно. Мальчики, завтракать! Чао. Чао. А вот мне интересно, если бы я родилась в Венеции, была бы венецианской женщиной, где бы я могла познакомиться с мужчиной? Ну, как обычно это бывает в баре, за выпивкой видишь красивую девушку и начинаешь. Здравствуйте, можно вас угостить коктейлем? Как вас зовут? Ну и так далее. А вот если вы знакомитесь с девушкой, живя с родителями в доме, где вы с ней встречаетесь? Ну, помимо баров, если хотите уединиться, где это происходит? На заднем сиденье авто уединиться не получится, потому что машин в Венеции нет. В общем, приходится каждый раз что-то придумывать. У нас тут пляж есть, или в горы на уикенд, например.
Вот мне интересно, вот сколько должно пройти конкретно времени, чтобы вот вы, встречаясь с девушкой, вот конкретно ты, Рикардо, вот ты, чтобы вы сделали своей девушке предложение выйти замуж? Есть целый процесс. Сначала ты приглашаешь девушку только выпить в баре. Следующий этап, который показывает, что уже все серьезно, это пригласить на ужин в ресторан. Потом познакомить с друзьями и родителями. Еще нужно пожить вместе, это обязательно. В итоге отношения до свадьбы могут длиться 8-10 лет. В общем, если бы я родилась в Венеции, то замуж бы вышла лет бы в 35, а то и вовсе никогда. Быть венецианцем значит охранять все тайны родного города, которые тщательно охраняются от чужаков. Тайна Венеции – это заброшенный остров Павелия. Мы не любим это место, предпочитаем оплывать его стороной. Там происходят загадочные и странные вещи. Говорят, что остров проклят. Там столько людей погибло. Тысячи непрекаянных душ. Местные не любят плавать на Павелию. Мне с трудом удалось уговорить рыбака Николо отвезти меня туда на своей лодке. А ты пойдешь со мной туда? Нет. Паркано? Не хочется. Что за люди? Как ты меня... Как? Господи, дайте мне... Ой, мамочка, дайте мне... Ой, господи, боже, ужас. Отдают, а? Пока. Чао. Ну ладно, идем посмотрим, что это такое. Чего ж они боятся-то, эти венецианцы местные? Идем. Такая узенькая тропиночка. Какой-то уже заросший лес. Говорят, раньше тут была психбольница. А до этого сюда свозили всех больных, которые в Венеции болели чумой, и сюда их привозили, и чтобы они умирали, тех, кого не могли вылечить. О, смотри. Не беси меня, Саша, пожалуйста. Этот мой оператор, конечно, с ума сошел. Вы же понимаете, что я не сама себя снимаю? Черная комната, я туда не пойду. Ну, честное слово, там черная комната и кровати стоят. Я не пойду. Саша, здесь фонарь. Дай фонарик. О! Идем посмотрим. О! Шкафы развалены. На самом деле, тут непонятно, что произошло, как говорят. То ли больные этой психиатрической больницы сделали восстание против врача, который делал над ними опыты, то ли они все бежали, и вот так вот все вот и осталось. Говорят, врачи издевались над больными, ставив над ними жуткие опыты. Многие не выдерживали и умирали в страшных муках. Но даже после смерти бедолаги не смогли покинуть Павелью. И теперь живут здесь в качестве призраков. Вот так, всего в паре километров от сверкающих палаццо и нарядной площади Сан-Марко есть безлюдный остров с заброшенной больницей, заросшей лесом и населенной мертвецами. И это тоже Венеция. В гостинице «Амадеус» собираются местные пенсионеры. Как вы думаете, что они обсуждают? Жалуются на здоровье, на правительство, на соседей, на давление, на внуков? Посмотрим и узнаем. Идем.
Мои соперницы, потрясающие девчонки, Элина, Надя и Анна. Это клуб игры в бридж только для стариков. Собираются несколько раз в неделю не только поиграть, но и посплетничать, пообщаться. Некоторые даже заводят новые романтические отношения. Мне что-то кажется, что я проигрываю, когда так странно получается. И везет в карты, а я третий раз замуж вышла. В Венеции старики продолжают активную социальную жизнь. Встречаются с друзьями, собираются в барах, чтобы пропустить по бокалу вина или граппы. Многие на пинте продолжают работать. Так что татуированный дедуля-официант в Венеции – это норма. А как все одеваются? Просто модники. Чао. Чао. Привет, Жанна, привет. Рада встрече. Я уже нам заказала вино белое. Отличный выбор. На пенсию здесь выходят в возрасте 65 лет. Но стариками называют только тех, кому за 80. Все остальные считаются взрослыми. Клаудия, для вас это нормальный вечер? Так вот выйти в бар с подругами, посидеть, выпить вина, поговорить? Конечно, ненавижу сидеть дома. Я хожу с друзьями в бары, в рестораны, в театры. Пенсия венецианца в среднем 1500 евро в месяц. И они умудряются на нее полноценно жить и даже путешествовать. И вот я хочу сказать, что вот люди в нашей стране... Вот в возрасте после 50 боятся тратить деньги на себя. Это неправильно. Женщина в любом возрасте должна себя баловать, тратить деньги на себя. Вот в современном мире косметологии столько много возможностей сейчас делать пластику, колоть уколы, делать подтяжки. Наши женщины, на самом деле, это очень часто делают. Не только после 50, но и молодые, в 30 лет. А вот и венецианки вот делают вот эти уколы красоты или вы не пользуетесь ими? Ни в коем случае. Мы, итальянки, за естественное старение. Мы не делаем уколы. Мы правильно питаемся, занимаемся спортом. А морщины на шее ничто не скроют лучше, чем ожерелье из жемчуга. И знаете, я заметила, пластическая хирургия популярна в тех странах, где ниже культура. А вы много тратите денег на вещи, на одежду? Нет. Сколько? Я покупаю редко, но метко. Знаете, для нас важны фамильные ценности. То, что со временем становится ценнее и что потом можно передать детям. Потому каждая венецианка должна иметь дорогие часы. Мне подарил их отец, и когда-нибудь я подарю их своей дочери. Это же сейчас уже винтажная вещь, которая стоит огромные-огромные деньги. То есть, если вы его продадите, вы можете жить безбедно и прекрасно себя чувствовать, но без этих часов. Нет, это мое. Это все дорогие вещи, но к определенному возрасту они должны быть. Зато можно сэкономить на машине. Вот это точно венецианке ни к чему. Клаудия, знаете, в нашей стране же женщины после 50 не знают, куда себя применить, кроме если у нее есть внуки. Она может заниматься только ими. У них нету активной социальной жизни. А в Венеции я заметила, что у всех женщин горят глаза. Горят глаза, и они любят жить как в 20, так и в 70. Здесь в Венеции старики сами делают себе праздник. Следят за собой, общаются, веселятся. И я вам честно скажу, здесь, среди венецианских пенсионеров, мне казалось, что мы ровесники. Ничего, девочки, не везет в картах, повезет в любви, не переживайте. И что мы все молоды, как никогда. Быть похороненным в Венеции считается почетным. На самом известном кладбище Сан-Микеле покоится композитор Игорь Стравинский. Первый в мире балетный импресарио Сергей Дягилев, на могиле которого лежат пуанты, и поэт Иосиф Бродский. Вот такая лаконичная
Достаточно скромная по сравнению с другими могилами. Могила Иосифа Бродского. Но оказывается, честь быть похороненным в Венеции в принципе доступна всем. Мы обычно сжигаем людей, и чаще всего венецианцы хранят пепел дома в специальной урне, либо развеивают его над лагуной. Ну а за место на кладбище нужно заплатить 150 евро. Ну и все, вы почетный венецианский покойник. Только есть нюанс. Каждые 20 лет нужно продлевать аренду могилы. Иначе останки эксгумируют, сожгут, и пепел переместят уже в колумбарий. Все из-за того, что территория Венеции ограничена водой, и расширяться кладбищу некуда. Вот и приходится либо доплачивать за место, либо отправляться прямиком в крематорий. Земля на кладбище дается на 15 лет в аренду, которая стоит 500 евро. Ее можно продлевать. До тех пор, пока у человека остаются родственники, они могут платить за могилу. И все же посмотрите, даже кладбище в этом потрясающем городе невероятно красивое. Родилась в Венеции, я бы умела управлять лодкой. Я бы расписывала карнавальные маски, вышла бы замуж за гондольера или рыбака, или пожарного. Жила бы до старости со своими детьми, внуками, их женами, мужьями, собаками. Господи, какой кошмар, никуда бы не спешила. В старости я бы играла в покер со своими моложавыми подружками. А счастливой меня бы делала... Тут красивая одежда. Бескрайнее море, вкусная еда. Мои дети. Счастье моих родителей. Любовь. Моя семья. Мое искусство. Знать, что ты важен. Вечеринки. Моя подружка. Мои друзья. И много детей. Яркая жизнь. Каникулы. Моя вера. Моя Венеция. Но этого мы никогда не узнаем, потому что это не моя жизнь, это их жизнь. Жизнь других.